Я тебя долго ждал, коробочка. Может быть, такой мультик есть у них? Да, есть. Да, и наша многострадальная коробка. Роботы, ви как там? Ви не нормально, ты нас раздавил, Ёва! Паша! Читаю бомби. Да, вот такой бы мультик был, да? Интересный. Тогда стою и трансформирую обратно. И сейчас я вам покажу, пока... Легко достаются. И, наверное, легко трансформируется, да? Да. Я знаю, как трансформируется. Маленько чудо трансформируется. Вот команда автоботов еды. Ну, давай. А где, нигде нету значку. Знаете, начищение этого. С чипсов. Да, с чипчики. 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 Это тортик. Автобот. Это газировка, бутылка. Это мороженое. И гамбургер. Гамбургер самый смешной. Наверное, хотя не все забавные. Так, у него тут что-то оторвалось. Да? Застряло чуть-чуть. А, выпало, да? Да, но они даже и ломаются. Да, они очень дешевые. Да, ну и не ломаются. Дешевые, не качественные, кажется, это не Hasbro. Это совсем другая компания. Но зато они единственные, кто производит таких роботов. Вот молодцы они. Да. Ты пока покажи везде. Инструкции. Покажи ребятам. Извините, тут у меня это. Я, знаешь, могу тоже кого-нибудь трансформировать. Можно? Нет, не за что. Я буду трансформировать. Ну ладно. Да, дешевая пластмасса, дешевые детальки, и все выпадает потом. Ну, удовольствие, конечно. Можно получить, я думаю, от этой игрушки. Вот она, картошка. Фу. Картошка. Смотрите. Тут легко, да? Вот она. Банка. Фруктовый йогурт вообще-то. Это даже не напиток, это фруктовый йогурт. Вот это отловка, да? Гамбургер.
руки у них сложно так вот оставляется, да? Ты их переверни, чтобы они были. Да, и нежно так. А вот этот я смогу так. Тоже сможешь? Угу. Прекрасно. Это получился такой гриб на ножке. Гамбургер, да? Автобот. Котлеты и салат. Маленько руки в бока убери. Это мороженое. Супер легко. Вот так. У тебя есть еда. Happy New. Happy New Year. Мамочка, я думаю, может их... Мой заказчик придумал день оформил. Короче. А теперь обратно.